В Петропавловске прошел день открытых дверей городского акимата. Глава областного центра Серик Мухамедиев и руководители отделов провели прием граждан. О насущных проблемах и вопросах населения расскажет наш корреспондент. Хамид Биманов – юрист. Он представляет интересы семьи, жилье которых уйдет под снос. Однако право собственности на имущество у них отсутствует. Человек 24 года назад купил, ее муж купил этот дом. Вот, естественно, тогда не оформлялось это. Просто расписка, техпаспорт передали. И муж умирает уже лет, наверное, 7-8. Вот, они жили и жили, и тут узнают, что ихний дом завтра выпихнут, они остаются на улице. Аким города дал поручение специалистам отдела земельных отношений акимата детально рассмотреть данный вопрос. Сейчас идет процедура изъятия данных участков. Уже постановление... Мое постановление с объятий. Там только можно восстановить, только через суд. Суд. Дайте варианты, чтобы можно было сделать это людям. Хорошо. Законные, да? Если мы можем выделить земельные участки. Большинство вопросов от населения касались обеспечения жильем. Тиндек Мухамеджанова 15 лет не может получить квартиру. На очереди по категории потери кормильца она 462-я. Когда этот год закончится, в следующем году вы будете 17-й. В этом году будут сданы 445 квартир. Всего со своими вопросами пришли больше 30 жителей областного центра. Камиля Хамидуллина, Адиль Нуржанов, служба новостей.